Итак, ты влюблен? Просто наслаждайся этим. Я об этом не говорю. Просто наслаждайтесь своей любовью. Потому что сейчас она полностью под вашим контролем. Если же вы сейчас вовлечете и девушку тоже, она возьмет все в свои руки. Я не говорю, что не надо влюбляться, но не нужно торопиться жить. В этот период жизни в первую очередь думайте, как стать стоящей жизнью. После этого все придет к вам определенным образом. Если же слишком торопиться жить, другие аспекты развития будут заторможены. Из-за эмоциональной привязанности, если девушка скажет «я приеду к тебе завтра утром, тебе срочно нужно будет искать работу, а ты еще не закончил обучение и устроишься водителем», любовь делает с вами такое. Итак, ты влюблен? Просто наслаждайся этим. Ей об этом не говори. Садхгуру, я думаю, он также хотел узнать о неуверенности в себе. Несмотря на контекст, в первую очередь вопрос был о неуверенности в себе. Видите ли, это не неуверенность в себе, это неуверенность в ней. Как она отреагирует? Вот в чем сомнение. Когда дело касается вас, вопрос, достаточно ли я хорош или недостаточно хорош, не стоит беспокоиться об этом. Просто каждый день вы должны искать возможность стать лучше, чем то, кем вы являетесь сейчас. И тогда мир скажет, достаточно ли вы хороши тем, как он отзывается. Не вам решать. Вот почему в конце года проходят экзамены. Потому что вы можете считать себя великим инженером, но результаты экзамена говорят, что вы не очень. И здесь то же самое. Вы можете считать себя героем, но у девушки есть свое мнение. Так что вместо этого ищи, как стать лучше в разных направлениях, а не только в том, что касается твоей внешности. Потому что через какое-то время твой внешний вид не будет иметь значения. Ты должен стать лучше. Как это сделать? По крайней мере, ты пытаешься стать хорошим инженером. Это хорошая идея. Посмотри, что значит быть лучше. Есть нечто одно, что всегда привлекает людей. Что это? Что делает человека прекрасным? Не форма носа, и не ямочка на подбородке, и не прическа, и не что-то еще. Радостное лицо — это всегда красивое лицо. Радостное лицо всегда красивое. Сделай только одно это, и, возможно, она влюбится в тебя. Просто сияй. Если ты будешь сиять, все будут смотреть в твоем направлении.